длину. Светильники оснащены 4-каскадными системами защиты по перенапряжению, по токовым нагрузкам. При этом срок службы данного светильника составляет более 80 тысяч часов, что в режиме уличного освещения составляет порядка 18-20 лет. Все, давайте тогда я вам вручаю маркер. Потом... В совокупности за 7 лет составит экономию порядка 20 миллионов киловатт-часов. В рамках реализации будет установлено порядка 4800 фонарей, 131 пункта учета и 143 километров системы питания и управления. Спасибо. Так, ручку вашу.